ставить туда, сюда и вот сюда. Пробуем ехать дальше. Угу. Еще в Волгограде что-нибудь купим, потом в Тамбове заночуем и все. И будем считать поездку выполненной.
заморожена и на кусочки надрезана и коричневого цвета, вот какая она там, какого копчения? Как здесь оказался первый человек, поставил, я не знаю, палку и сказал, я здесь буду жить. И что он здесь делает? Не знаю. Чинил, да? Чинил. Ну да. Ну там поливают, и туда выдвигают. Есть растения, деревца, он здесь есть. Такой.
больше всего не понимаю людей, которые всю жизнь здесь проживают. Вот которые не стремятся, знаешь, вот родились там, отучились, что-то начали соображать там, думать что-то и... О, поеду-ка я туда. И поехал. А те, кто просто этот... Самые первые остановились, увидели и тут же остановились. Памятник заметил под виновку дороги. Памятник? Ну да. А, сбитых что ли? Это разбился. Вот там слева сейчас был, до этого я два видел. Вот это вот столб тоже торчит, что ли? Что это? Просто столб. Ну да, а это не хочу. И дальше пошла. Градуса еще всего. Да.
40 с копейками точно. Загружена, это я себе пускаю.
же не закапывают, ничего, просто на землю бросили. Нет ничего, да, здесь ни кинотеатров, ни торговых центров. Ни каких-нибудь там заказать пиццу. Интернет-то здесь есть вообще? Вот их есть на телефоне. Заправки-то ехать. Хватит нас, да? До куда? До заправки. До Москвы?
камера на 90. 1846 год. Вот в 1846 году шел некий Иван. Говорит, ништяк, мне здесь нравится. Да, здесь тепло, буду здесь жить. Построил кибитку, а потом похоронен вот на этом кладбище. Но пустил потомство. Тоже можно уйти вон сейчас вот 30 километров туда в сторону, поставить колышек, написать на нем «Основано в 2020 году». Даже не знаю.
мерзайка по запаху. Конкретно китайская. Да-да-да, проветриться. Компьютер будет читать, так, заправка через там 50 километров. Заедет, там будут специальные какие-нибудь обученные люди, которые будут заправлять. И все. Да, сколько будет? Ну, а ты представляешь, что будет, если такое пустить? Это, смотри, им не нужно ни спать, ни отдыхать, ничего. Машина просто едет и едет себе. Круглые сутки, она гораздо быстрее будет доезжать.
А что если такую же вещь придумают с фурами? Конечно, придумают. Ты представляешь, сколько это людей просто без работы останется? Просто вот. Много. Десятки тысяч, наверное, да? Просто загрузили фуру, и она поехала. Добрый день. Ага. Да, сделаем, конечно, без проблем. А вы уже на месте, что ли? Я понял. Так, сейчас решим вопрос. Рядом. Ага, да, сейчас, секунду. Дальше, там в соседний бокс найди, там Коляна. Колян, да. Ага, давай. Да пусть. Под дружбу, под кость, дружбу едет. Да хорош, ты прикалываешь. А он все равно бабок хочет. Каких бабок? Едет сколько дальше мне закатали. А это кто вообще? Это Петя Перекоп из лица. Вот, который был тогда на это, да? Солярис? Угу. Ну, ему сейчас дадут трешку. И ребята прикурят. Ты не хочешь Колю предупредить, чтобы с нами поделились как-то? Да, не поделятся они, что стоишь ничего. Ну, знаю, вот смотри, в данной ситуации лучше потерять, чем отдать конкуренту. Думаешь? Ну, конечно. Зачем нам их спонсировать и поддерживать? Чтобы они еще дольше нам этот кровь попили. Взять еще что-нибудь, знаешь, усиком. А он даже не узнает, что от тебя пришел. Он придет, вообще придет, скажет, все. Просто придет и скажет, а где здесь Коля? Ну давай, надоем. Есть? Ну, вот это вот, конечно, Серег, зря ты к нему отправил. Ну, вдруг у Дусика попросить что-нибудь сделать. Ну, и что? Ты думаешь, они с нами вот так вот сделают, что ли? Есть, ты думаешь, они с нами... есть. Ты думаешь, они так поделятся с нами, что ли? Хрен из два. Особенно, блин, ты меня бесит просто этот толстый этот. Просто второй раз мы им, блин, подгоняем.
можешь тормознуть, пока не поздно. Да ладно, пожалуйста. Он ему сам не сказал, что завтра не вариант. Ну и хрен с ним, все, уехал и уехал. Надо было вызвать сейчас парней этих. Петя подошел к тебе там? Подошел? Решишь нас не там? Пику, СТЦ мой знакомый. Я его к тебе отправил на Солярисе на новом каталику долеть. Ну да. Ну а что, ты на новом Солярисе 12 рублей каталик стоит? Не преувеличиваю. Знаю точно. У него там 30 тысяч пробег, новый Солярис. Два каталика тянут ровно на 12 тысяч. Даже на 12-200, что ли, что-то такое. Десятку ты до хера, ты что, сейчас что? Давай, давай. Десятку ты хочет. Он хочет? Да. Всего 182 мы пофигачили. Вообще ни о чем.